Подобные неформальные встречи уже стали доброй традицией в организации, которая объединяет бизнес-леди. Они позволяют быть в курсе проектов, реализуемых сообществом предпринимательниц. Происходит информационное оповещение участниц, да, о предстоящих проектах, о старте премии, конкурс «Снежный грант 2023», о предстоящих мероприятиях. Буквально на этой неделе мы улетаем на саммит в Дагестан. Общероссийский проект «Нежный бизнес» начал работу на территории Ленинского округа в 2019 году и стал важной частью, прежде всего, социальной и общественной жизни муниципалитета. Вы стали значимыми вот в направлении развития социальных различных историй нашего города, уникальных порой историй. Люди вас слышат, видят, а вас уже знают, стремятся на ваши мероприятия. Сегодня «Нежный бизнес» позволяет решать большое количество реальных задач, которые стоят перед женщинами, развивающими собственное дело. Повышение качества, да, своего бизнеса, улучшение какой-то составляющей финансовой, открытие дополнительных студий или офисов, да, даже такое есть. Вот находясь даже в этом помещении, Евгения, имея одно, на первом этапе нашего сотрудничества в течение года открыла второе. Одна из тем, которые обсудили в нынешний раз – участие в федеральной премии «Нежный грант», а именно какие условия нужно выполнить, чтобы добраться до финала. Есть и другие весьма амбициозные замыслы. Делаем сейчас несколько совместных проектов, один из которых – реалити-шоу для девушек в бизнесе, называется «Одна на старт». Проект – полугодовой проект большой, где 16 участниц будут в режиме реального времени полгода выстраивать бизнес с помощью экспертов. Сейчас в Ленинском округе проект объединяет более 150 участниц. Конечно, не все они смогли сегодня прийти на встречу, но благодаря тесным связям всю важную информацию получат и другие бизнес-леди. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.